Всем привет! Это Видя, Акопи Нади Дорофеевой, об участнице шоу «Топ модель» по-украински третий сезон, о Насте Лазаревой. 10 фактов. Первый факт. Перед участием в шоу «Топ модель» по-украински, и психанула, и переехала из Харькова в Киев. А вообще, Настя из Мариуполя. Второй факт. У Насти интересная страница в Инстаграме, она не ленится делиться своими мыслями, чувствами. Вот, что пишет Настя об участии в шоу, цитирую. «Сложно совершать поступки, которые изменят твою жизнь. Просто потому, что надо выйти из зоны комфорта, отказаться от обыденности и привычных вещей. Идти новой дорогой страшно, и это нормально». Третий факт. Настя верит в себя, считает, что если она не будет верить в себя, то и никто другой не поверит. Четвертый факт. Настя любит сталинские дома, большие комнаты, трехметровые потолки, деревянные окна. Пятый факт. Считает, что счастье в мелочах, теплее и уюте. Шестой факт. В детстве другие дети Насте говорили, что у нее большие глаза и торчат уши. А мама ей говорила, что она самая красивая. Благодаря своей маме, Настя уверена в своей красоте. Седьмой факт. Настя работала барменом, а летом в лагере с детьми. Вот, что она пишет о работе в лагере, цитирую. «Почти каждый день надеваю балетки, так же как рисую, пишу стихи и многое другое. Лагерь – это место, где можно реализовать свой творческий потенциал или сойти с ума. Дети помогают нам раскрывать самые лучшие и самые худшие качества. В конце лета узнаем, как они повлияют на меня». Восьмой факт. Считает, что нужно жить моментом, а не планами. Девятый факт. Плюет на мнение окружающих, делает, что хочется. Десятый факт. Как вы заметили, очень любит черно-белые фотографии. На этом все. Подписывайтесь. До скорого.